Здравствуйте, Валерий. Это видео про ваш объектив Гелиос 81 NMC с одуванчиком Лушникова. Фокусное расстояние запрограммировано 50 мм, все диафрагмы меняются. Почему от 2 до 32? Я думаю, вы уже посмотрели таблицу поправок и внимательно прочитали ее описание. При работе с объективом на вашей камере диафрагма на объективе всегда должна быть на 16, это автоматическое положение. В камере вы выбираете нужное значение диафрагмы. В меню камеры ставите режим съемки IFS. Выбираете точку фокусировки, смотрите видоискатель. Крутите резкость. Можно поджимать кнопку наполовину, можно нажать полностью. Когда появится резкость, затвор сработает. Направление фокусировки на вашем объективе для того, чтобы снимки были резкие, против часовой стрелки, или когда вы смотрите видоискатель, вот в этом направлении от бесконечности мягенько крутите до минимального расстояния, вот, и вы услышите звуковой сигнал, увидите световой сигнал по выбранной точке, и затвор сработает. Всегда очень аккуратно вставляете и вынимаете объектив с одуванчиком из камеры, чтобы не сломать контакты одуванчика. Вот, как видите, все 5 контактов целые. Объективчик в идеальном состоянии. Не потертый, не побитый. Диафрагма идеально работает. Сейчас я его упакую и отправлю вам. Спасибо за внимание.